Вот сейчас на ваших экранах, обратите, пожалуйста, внимание, цепь плетением двойной ромба. Плетение классическое, а значит, цепь абсолютно универсальная. Она подойдет и мужчине, и женщине, у нее абсолютно нет ни возраста, ни каких-либо ограничений по полу. И более того, сегодня это наше с вами специальное предложение. Цена актуальна только сегодня, вы видите, что у нас яркая, даже бордовая стоимость, ценник 1590 рублей, это стартовая цена. Я объясню вам почему, потому что у нас есть варианты длины для вас. От 45 до 65 сантиметров. Смотрите, 1590 рублей, это самая короткая цепь, 45-сантиметровая. И далее мы на каждый шаг, на каждые 5 сантиметров прибавляем всего лишь 100 рублей. Представляете, 100 рублей за 5 сантиметров серебра. Итого мы получаем, что 65-сантиметровая у нас цепь длиной 1990 рублей. Давайте же посмотрим, каким образом выглядит эта цепь на деле, а точнее на теле, на нашей Елене. Безусловно, очень важно видеть, как цепь смотрится на шее. Я вам уже сказала, что это абсолютно универсальное ювелирное изделие, которое будет смотреться с любой абсолютно подвеской. Это базовое изделие, потому что вы точно так же, как и я уверена, сталкивались с такими ситуациями. Ну, согласитесь, у вас бывало такое, когда вы открываете шкатулку для того, чтобы надеть свою любимую подвеску, и понимаете, что у вас и нет свободной цепочки под эту подвеску, а та цепь, которую вы можете освободить, она просто не пролезает в ушко, она просто не помещается. Если подобная ситуация у вас в жизни была, а тем более, если и не раз, тогда вам, безусловно, очень и очень понадобится именно эта цепь. Ну и, безусловно, я хочу обратить ваше внимание на то, что это у нас серебро 999 пробы. Вы представляете, вот такое вот предложение мы делаем вам. Ну что ж, давайте полюбуемся сейчас подробнее плетением. Как уже было озвучено, и это следует из названия, двойной ромб у нас плетение. Это очень самостоятельное и богато смотрящееся само по себе плетение. Если вы любите носить цепь просто так, ну вот, допустим, как вам сейчас продемонстрировала Елена, то есть отдельно цепочку без подвески, то, безусловно, именно цепь двойной ромба ваш выбор, потому что эта цепочка, вы сейчас даже на руке это можете увидеть, в этом убедиться лично, эта цепочка смотрится даже сама по себе самостоятельно, очень ярко, сочно, она блестит, она переливается, и создается именно вот эта вот плотность, двухслойность, именно благодаря тому, что это двойной ромба. Кстати, ромба — это одно из плетений классических. Вот у вас в шкатулочке есть все классические плетения. Давайте сейчас с вами их перечислим. Это у нас, конечно же, якорное плетение, это панцирное плетение. Ну и вот, пожалуйста, это плетение ромба. Посмотрите, как она богато смотрится. То, о чем я вам говорила. Даже самостоятельно эта цепь выглядит ярко, нарядно, заметно. Давайте же вместе с вами сейчас обратим внимание на замочек. Безусловно, такие практические детали нас интересуют, потому что важно, чтобы изделие было не только нарядным, чтобы оно было удобным в использовании. Конечно же, это классический и, между прочим, самый надежный замочек-карабин. Вы видите, что наша Елена носит этот самый лот в двойном экземпляре, как ожерелье. И я снова обращаю ваше внимание на то, что это наше специальное предложение. Цена актуальна только сегодня до полуночи. Стартует сумма 1590 рублей за самую короткую цепь. Что такое специальное предложение? Это лучшее, самое выгодное покупка сегодня, это тот самый ювелирный минимум, который я вам советую приобрести сегодня. Да что уж я советую, вы должны это. Вы спрашиваете, кому? Конечно же, себе самим в первую очередь, для того, чтобы успеть воспользоваться таким выгодным предложением. Посмотрите, даже не надо, вот, даже не надо двигать рукой, я уже не говорю о том, что на шее она будет блестеть и переливаться еще ярче, для того, чтобы увидеть все блики. Давайте вместе с вами почитаем паспорт ювелирного изделия. Безусловно, с каждым изделием к вам приезжает вот такой паспорт. В нем мы видим, что это у нас цепочка плетением двойной ромба, как я уже озвучила. Это у нас серебро. И вес этой цепочки более 10 граммов. Смотрите, я вам демонстрирую паспорт цепочки длиной 55 сантиметров. Вы выбираете сами от 45 до 65 сантиметров. Сами решаете, какая длина, а еще лучше приобретайте сразу две, для того, чтобы у вас был вариант носить их каскадом. Это серебро, которое
которое никогда не выходит из моды. Серебро, которое актуально всегда, это действительно та самая классика жанра, ну, позвольте мне такое выражение, цепочечного жанра, потому что все-таки каждое изделие, зависит от того, где вы его носите, имеет свои определенные законы, бывает в моде, не в моде, ну, такая вещь будет в моде всегда. Более того, обратите, пожалуйста, внимание на то, что у нас с вами есть варианты длины. Вы видели, каким образом нам демонстрирует эту цепочку наша модель. Она носит две цепочки сразу же вот таким вот каскадом. Это действительно сейчас очень модно. И обратите внимание, именно такое плетение двойной ромба позволяет нам носить цепь каскадом, потому что это у нас базовое изделие, которое хорошо смотрится самостоятельно. Так что если вы давно искали цепь, которая будет универсальной, то есть вы сможете сочетать ее с любой подвеской, если вы давно искали цепь, которая будет базовой, то есть если вы хотите сделать подарок, это безусловно тот самый подарок, который подойдет и мужчине, и женщине, независимо от возраста, вы его нашли. Вот это самая цепь. И безусловно, как ваш личный ювелирный эксперт и эти функции я с удовольствием выполняю, я вам советую поторопиться приобрести эту цепочку, потому что я-то уж на своем опыте точно знаю, что подобные цепи заканчиваются очень быстро. Ну и не только с профессиональной, конечно же, и чисто с человеческой, женской точки зрения, я тоже делаю свой выбор именно в пользу этой цепи. Вы, надеюсь, тоже? Вы уже успели определиться с длиной или даже с несколькими вариантами длины? Вы обратили внимание, как здорово она смотрится в виде ожерелья. Это здорово и удобно, потому что вы можете днем прийти на работу в одной цепочке, а вечером добавить две или еще одну цепь и получить уже готовый вечерний образ. Вот такое вот ожерелье. Я вам еще раз напоминаю, что сейчас в этом сезоне это особенно актуально. Всем уже начинает надоедать классика жанра, такое, скажем, классическое ношение цепей. Ну, а мы вам предлагаем самые актуальные и модные варианты. Все последние ювелирные тенденции здесь у нас в прямом эфире в вашей любимой рубрике «Украшения». Еще раз обращаю ваше внимание, что есть варианты длины. Вы какую выбираете? Ах, как бы мне хотелось услышать ваш ответ. Что же предпочитаете вы? 45, короткую, чтобы носить с воротником стоечкой, или, может быть, самую длинную, 65, самую редкую? Действительно, найти ее непросто для того, чтобы носить какой-нибудь массивный кулон. Кстати, обратите внимание, ведь именно такая плотность позволяет тяжелые подвески носить на этой цепочке. Вы какие, как правило, цепочки и подвески предпочитаете? Вы можете любую абсолютно выбрать благодаря тому, что у нас есть и варианты длины, и более того, благодаря тому, что это базовое и универсальное ювелирное изделие. Я уверена, что любой и любому из вас эта цепь будет к месту, эта цепь подойдет, и более того, эта цепь найдет свое достойное место в вашем ювелирном гардеробе. Вы, может быть, даже сейчас сами не представляете, как часто вы будете носить эту цепочку, как часто вы будете ее применять в своем ювелирном образе, сочетая и с подвесками, и с вариантами другой длины, потому что я считаю, что вы уже заказали несколько вариантов длины. На какой длине определились вы? Остановились. 45, 50, 55, 60 или 65 сантиметров. Это классика жанра. Это украшение на века, на времена. И это наше специальное предложение. Тот самый ювелирный минимум, который вы должны, сами себе должны в первую очередь приобрести сегодня. Поторопитесь, потому что подобные предложения у нас заканчиваются крайне быстро. Я уж не говорю о том, что до полуночи цена актуальна. От 1590 рублей. И на каждые 5 сантиметров, на каждый шаг мы прибавляем 100 рублей.